Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала «Раз посылка, два посылка», который посвящен распаковке посылок из известных интернет-магазинов. И сегодня у нас на распаковке 6 посылок. 5 из них пришли с AliExpress, а одна посылочка пришла из интернет-магазина Озон. Но некоторые из них просто огромные, крупные посылки, как, например, вот эта. И чувствуется, что там много всего. Это тоже коробка. Внизу большая коробка из интернет-магазина Озон. Средняя посылочка, еще одна средняя и поменьше. Давайте приступим к распаковке и начнем вот с этой посылки. И посмотрим, что же здесь. А здесь, мои дорогие друзья, зимние тапочки. Вообще на AliExpress они называются или как домашние тапочки, но они подходят и для улицы. И они теплые, зимние. Посмотрите, здесь на шнуровке они не глубокие, а внутри мех. И на стопе тоже мех. Сверху сжатка, причем такая немножко рифленая. Затягиваются по размеру при помощи шнурочка и имеется фиксатор. Но подошва какая-то прям супер модная. Вообще они должны быть для меня, но мне кажется, они мне будут немножко большими. Либо это так кажется, потому что подошва, она, посмотрите, выступает. И на самом деле получается, что размер зрительно увеличивается. Но смотрится, конечно, интересно, стильно. Если не ходить по сугробам, то можно и выйти и на улицу. Или, например, докуда-нибудь доехать на машине. Подошва резиновая, она достаточно плотная. Есть рисунок протектора, но он не очень-то подходит для зимы. Я думаю, что недостаточно глубокий рисунок. Сделано аккуратно, смотрится интересно. А вы напишите в комментариях свое мнение, что вы думаете о таком виде обуви. Считаете ли вы их модными и интересными? Вот так они смотрятся вместе. И вот что нам пришло в первой посылочке. И следующее давайте раскроем вот этот пакетик. Здесь кофточка. Размер М, это для нашего сынули. Белая, хлопковая, горлышко круглое. Ткань очень приятная, не рыхлая, достаточно плотная, но она легкая. Именно как вот тоненькая водолазка. Посмотрите, не просвечивает, все нормально. Смайлик, он нарисованный, но, как правило, именно вот такого качества выдерживает много стирок. Так же, как и принт рядышком из букв. Ну, а рукава совершенно обычные. Здесь просто прошито. Это, наверное, какой-то костюм. Давайте смотреть дальше, что тут в комплекте. Симпатичные джинсовые штанишки в виде брюк. Заканчиваются именно вот так, свободные, широкие. И посмотрите, какие яркие буквы. Посмотрите, L, B, A, E. Имеются боковые карманчики. И эти штанишки на резинке. Они без какого-либо утеплителя, обычные просто джинсовые штаны классического стиля. Ткань приятная, на ощупь достаточно мягкая. И в комплекте здесь еще есть кофточка в стиле спорт с капюшончиком. И посмотрите, какая она яркая. Одна часть бирюзовая, другая черная. И с этой стороны карманчик с отделкой черной, а здесь с голубой. Ну, конечно, имеется принт из букв на рукаве. Здесь по бокам и на другом рукаве, сзади MEBA. Заканчивается резинкой. И кофта также хлопковая, достаточно плотная, очень приятная на ощупь. На молнии знак Мерседеса мы видим на собачке. Сама собачка металлическая, а вот молния пластиковая. Вот я думаю, что эта кофточка и беленькая будут, наверное, как раз. А вот штанишки немножко великоваты. Ну, посмотрим. Интересный костюмчик, достаточно яркий. Я думаю, что он нам будет хорошо и в весенний период, и, возможно, даже в летний. Хотя детки так быстро растут, что не успеешь оглянуться, и уже совершенно все мало. Это у нас была вторая посылочка. И сейчас, мои дорогие друзья, давайте распакуем вот эту маленькую посылочку. Она у нас сегодня одна маленькая. Уже узнаваемый, наверное, для тех, кто смотрит постоянно наш канал, Powerbank с рисунком 3D в виде кошки, квадратной формы, 7,5 см на 7,5 и примерно 2,5 см в ширину. Вот таким образом выглядит вся серия этих Powerbank'ов и у нас в виде кошки. Очень симпатичный.
прекрасный пауэрбанк, один из любимых ваших подарков, который у нас уже неоднократно участвовал в розыгрыше. И, мои дорогие друзья, этот пауэрбанк пришел, конечно же, также для вас, для того, чтобы еще кому-нибудь повезло. Потому что всегда, когда у нас разыгрываются пауэрбанки, а тогда, когда они вот такие красивые, интересные, так еще эта вещь нужная и полезная, то обычно всегда очень много комментариев, и некоторые так расстраиваются, когда не выигрывают. Поэтому мы вас решили порадовать снова этой классной штучкой. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вдруг сейчас нас смотрит тот, кто еще ни разу не участвовал и вообще смотрит, например, впервые. Приходит он в специальной коробочке. Коробочка достаточно красивая. Пауэрбанк на 10 тысяч мАч мощностью. И для того, чтобы открыть эту коробочку, здесь есть специальная силиконовая пипочка. Легко достается, легко вынимается. И в комплекте идет кабель для зарядки этого пауэрбанка с одного конца USB, с другого конца микро-USB. Кабель плоский и бархатистый на ощупь. А вот так выглядит сам пауэрбанк. Стильно, интересно, и этот рисунок, он ощущается на ощупь. И глаза у этого котика, ну, какие-то очаровательные до глубины души, потому что смотрит, как будто живой. Лежит себе тут, отдыхает, музыку слушает, чаек пьет. Я думаю, что такая вещь будет радовать многих, просто даже своим внешним видом. Чем замечателен и интересен этот пауэрбанк? У него есть шнурок, при помощи которого можно легко этот пауэрбанк повесить даже на руку. И этот шнурок регулируется еще и по размеру. Посмотрите. Вот таким образом он приподнимается и удлиняется. Поэтому легко можно надеть практически на любую руку или за что-нибудь повесить. И этот шнурок служит еще и кабелем питания, потому что здесь на конце также разъем с микро-USB. И самое интересное то, что этот шнурок очень прочный. И он выдерживает нагрузку аж до 15 килограммов, как заявлено производителем. Легко убирается обратно и в таком виде фиксируется. У этого пауэрбанка есть кнопочка включения, разъем с USB, Type-C, micro-USB и уровень индикатора заряда. Из-за того, что он достаточно компактный, много места он не занимает, поэтому его легко можно брать везде с собой. Поэтому, я думаю, такая интересная, стильная вещь и, главное, нужная и полезная, действительно может многих порадовать, особенно представительниц прекрасного пола, потому что устоять против такого очаровательного котика, я думаю, что мало кто сможет. Поэтому, дорогие мои друзья, с удовольствием этот пауэрбанк разыграю и подарю снова. Для того, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, нужно написать комментарий под этим видео, обязательно поставить лайк и быть подписчиком нашего канала. И при соблюдении этих трех простых условий через 3 недели я эту красивую и милую штучку разыграю и подарю. И обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, со всеми теми, кому бы было интересно поучаствовать в розыгрыше и посмотреть на распаковку. Ну, а я упаковываю его обратно. И в этом виде он и будет ждать розыгрыша. А это у нас была 3-я посылочка. Переходим к следующей. А следующий давайте распакуем вот этот пакетик и посмотрим, что же здесь. Двойной пакет, посмотрим. А здесь, мои дорогие друзья, специальный коврик в виде пазлов. Питается он детским и выглядит он именно вот таким образом. Примерно 1 сантиметр толщиной. Соединяются они друг с другом, именно как пазлы. Но я думаю, наверное, многие знают, что это такое, что из себя представляет. В основном эти коврики хорошо подходят для детской комнаты. Не могу сказать, двусторонний или нет, но почему бы не использовать и эту сторону тоже. С этой стороны он очень похож на паркет. Именно вот рисунок такой, как у паркета. А с другой стороны такой имеет молочный цвет, бежевый, красивый оттенок. И рисунок как будто это вафля. 8 штук в одной упаковке, 8 штук в другой. Вот что нам пришло в 4-й посылочке. А мы переходим к следующей. И следующую раскроем вот этот большой пакет. Здесь много всего, давайте смотреть. Вот раз коробка. 2. Выпала какая-то запчасть. 3.
Ай-яй-яй. Видимо, проверяли на таможне. Посмотрите, как все неаккуратно. В этой посылке у нас получилось 4 посылочки. Давайте начнем с мелких. Здесь симпатичная детская кепка. И это узнаваемый герой из мультсериала «Кажется, тачки». Очень, по крайней мере, похож в виде машинки. Очень ярко, красивая, сделана из двух цветов, синего и красного. Это для нашего малыша. Козырек практически прямой, но я думаю, ему легко можно придать форму. И посмотрите, у этого автомобильчика и глазки. Глазки вышиты голубыми нитками, внутри черненькие и белым блики сделаны. Очень качественно сделана кепочка, везде все прошито. Очень и очень симпатично. Кстати, на все товары, которые у нас представлены в распаковке, ссылки обычно я оставляю внизу в описании под этим видео. Также там будут подробные условия о розыгрыше, с датами и вся самая важная информация. Поэтому, если кого-то что-то заинтересовало, смотрите в описании под видео. Так, смотрим, что дальше нам пришло. И в этом пакетике еще одна кепка. А это кепочка мужская. USA. Орел, флаг американский, ярко-синего цвета. А фиксатор здесь не пластиковый, а из материала, на липучке. Тоже яркая, красивая, стильная, нарядная кепка. Теперь давайте раскроем вот эту коробочку. А это, дорогие мои друзья, что-то наподобие игрушки. И делается это вот так. И рука таким образом сгибается, разгибается. И этим ковшом можно копать песок, землю или еще что-либо. Но вообще это предназначено для детей, это идет как игрушка. Таким устройством можно весело и долго и интересно играть, например, в песочнице, копая. Но, наверное, все-таки это для деток постарше. Вообще получается, что малыш становится каким-то роботизированным механизмом при помощи такого устройства. И легко сможет выкопать даже большую ямку. Сгибается легко, разгибается тоже. Ну, в общем, в количестве 2 штук нам пришло. Вот какие интересные штучки нам пришли. Посмотрим, как будет. Переходим к следующей посылке. И теперь раскроем эту коробочку. Специальные пульки в виде шариков. Посмотрите-ка. Пистолет. Второй пистолет для шариков. Еще один комплект шариков. Вот как раз эта штучка, которая выпала из коробки, одна. И вот еще вторая. А теперь давайте смотреть, что же здесь. Наверное, здесь какая-то мишень для этих пистолетов. А мишень-то просто супер классная. Посмотрите, какая. Здесь что-то в виде утки, язычок имеется. Здесь мониторчик и даже цифры показываются. Видимо, счет. Кто сколько забил. Ну, здорово. Очень интересно. И правда, в виде утки. Здесь вынимаются шарики, которые попадают сюда. Шарики заправляются в пистолет в один. Заправляются во второй. Даже не пистолета, а в виде автомата. И, соответственно, смысл этой игры в том, что нужно попасть из этого автомата в эту самую мишень. В рот утки. Ой, здорово. Конечно, для детей это очень интересно. Я думаю, особенно для деток постарше. Ну, а наш малыш будет играть в эту игру с папой. А папа ему покажет, как надо. А это, оказывается, прицел. Интересная игрушка для развлечения, для дома, для досуга. Можно играть всей семьей. Но рассчитана именно на 2, раз 2 автомата. И утка вам будет все подсчитывать и выдавать. Итоги. Здесь отсек для батареек, то есть утка работает от батареек. Классная игрушка. Думаю, ребенок будет просто в восторге. Любой от такого вида занятия. И на этом мы закрыли посылочку под номером 5.
переходим к шестой, которая нам пришла из интернет-магазина Озон. Давайте смотреть, что же в ней. И здесь, мои дорогие друзья, железная дорога, которая называется «Голубая стрела». Начало большого пути – железная дорога. И вот как раз так выглядит. И смысл этой дороги в том, что у нее пути такие же, как у Лего-дупла, и они идеально подходят. Может быть, чуть-чуть отличаются по цвету. На данный момент сказать я об этом не могу. Мы видим здесь длина 449 сантиметров. Ну и, конечно, здесь все имеется необходимое для того, чтобы ее оживить. В комплекте, конечно же, сам локомотив с вагончиком. Мы видим животных, домик, фигуры человечков и также дополнительно еще какие-то элементы. Эта дорога будет обязательно на обзоре на другом моем канале, который посвящен обзору игрушек, называется «Шалундрики». Ссылка на этот канал будет также внизу в описании под этим видео. И там у нас очень много железных дорог. И лего-дупла разных видов, так и другие. Сначала будет обзор только этой дороги, а в будущем будет много обзоров еще и сравнительных. Поэтому, если кому-то интересно, если у кого есть детки, или самому интересно посмотреть, что же представляет из себя этот комплект, то все будет во время обзора на канале Шалундрики. Вот что нам пришло в этой посылке. Но я напомню, мои дорогие друзья, что вас ждет замечательный подарочек, один из ваших любимых. Это Powerbank, да еще и с милейшим котиком. Напомню, что для участия в этом розыгрыше нужно написать комментарий, поставить лайк и, конечно, быть подписчиком нашего канала. И при соблюдении этих трех условий через 3 недели я его разыграю. На этом пришла пора прощаться. Надеюсь, видео было интересным, полезным, увлекательным. Может быть, новое что-то вы для себя узнали. Если что-то заинтересовало, ссылочки будут внизу в описании под этим видео. Всем спасибо и пока-пока. До новых скорых встреч.